Чата Лусуй, который готовится вернуться на экраны Турции с новым сериалом «Беспощадный», Гадар установил своеобразный рекорд, став самым дорогим турецким актером на телевидении. По сообщению известной журналистки Берсен Алтунташ, Чатай Улусой, один из самых успешных актеров турецкой киноиндустрии, установил рекорд, подписав контракт на сериал компании продюсера Керема Чатая «Беспощадный». Отметим, что это будет уже четвертый совместный проект продюсера и актера. Ранее они работали вместе над сериалами «Прилив» и «Внутри», а также над фильмом «Дикий мед». За последние два года Чатай предпочитал работать на цифровых платформах, сыграв главные роли в сериалах «Портной», «Терзи» и «Кюбра», а также в фильме «Джентльмен». Возвращение актера на телевидение после 6 лет отсутствия ожидается турецкими зрителями с особым волнением. В новом проекте компании «Аябым» актер исполнит роль Левента. Сценаристом сериала является Хюрер Ибеулу, а режиссером Синан Астюрк, известный по работе над сериалом «Чукур». Еще не объявлено, кто сыграет главную женскую роль персонажа по имени Айдын. А из подтвержденных участников каста известно имя Фатиха Беркашахина. Ранее Чатай Улусой уже заявил о себе как первый турецкий актер, подписавший соглашение с цифровой платформой Netflix. Его проекты на платформе вызывают большой интерес у зарубежной аудитории. Кроме того, сериалы с участием звезды имеют максимальные продажи в зарубежных странах. Теперь же он подписал контракт с рекордным гонораром и дополнительными бонусами, который стал самым дорогим в истории Турдизи. По данным журналистки, Чатай будет получать более 2 миллионов турецких лир за одну серию, что делает его самым дорогим актером в турецком шоу-бизнесе. На втором месте Кыванч Татлыту, который за сериал «Семья» получает 1,5 миллиона турецких лир за серию. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.